Дневные, вечерние и ночные смены. График работы у сотрудников патрульно-постовой службы сменный. Ежесуточно до полицейских доводят оперативно значимую информацию. Она касается происшествий, зарегистрированных в регионе. После инструктажа наряды выдвигаются на заданные маршруты. В каждом районе города дежурят экипаж и несколько пеших патрулей. Приказываю заступить на службу по охране общественного порядка на территории Ленинского района города Пенза. Строго соблюдать законность, культурное и вежливое общение с гражданами. Вольно. Полицейский Екатерина Харитонова в органах внутренних дел с 2007 года. Она решила пойти по стопам отца, который отслужил в подразделении ППС 30 лет. Работаю для того, чтобы жители нашего города, также гости нашего города были уверены в том, что полиция всегда придет к ним на помощь и никогда не бросит их в беде. Ее напарник Вячеслав Артамонов служит 6-й год. Изначально хотел попробовать свои силы в новом направлении. Теперь же уверен, патрулирование городских улиц – работа важная и нужная. Нередко удается оказать помощь пострадавшим от преступников или несчастных случаев. За время несения службы у нас происходят различные происшествия. В марте месяце шел мужчина по тонкому льду. Вот, им срочно нужно было оказать помощь непосредственно. Прибыв на место, мы с напарником выдвинулись. Данный гражданин уже, считай, дошел до половины Суры, реки Суры, после чего он там упал, лежал неподвижно. Лед был тонкий, талый. Мы с напарником рисковали, конечно, жизнью, чтобы не провалиться под лед, но дошли до него и вытащили. Сегодня это самое многочисленное структурное подразделение МВД России. 2 сентября его сотрудники отметят профессиональный праздник по случаю столетнего юбилея со дня образования службы.